Ой, кто это, Давид? Посмотри, кого я есть нашла в траве. Давид, ты посмотри, кто это такой? Ой, кажется, это маленький динозаврик. Давид, смотри, кого мы с тобой нашли. Мы с Давидом гуляли, и тут в траве обнаружили такого маленького стегозавра. Нет, брахиозавр. Это брахиозавр, да. Маленький брахиозавр, что же он здесь забыл? Посмотри, он, наверное, потерял маму. Как ты думаешь, он потерял маму? Да. О, Давидка, ты ему принес покушать. А что он любит кушать, ты знаешь? Лепку и кокос. И кокос? Откуда ты знаешь, что он кушает кокос? Потому что... Вот так. Ну-ка, давай посмотрим. Смотри-ка, ему нравится, когда его гладят. Эй, малыш, ты что здесь делаешь? Ой, ой, какой он тяжелый. Он тяжеленький. Ой, такой тяжелый. Да? Смотри, ему нравится, когда ты его гладишь. Ой, гладь его. Ой, такой хороший. Какие у него глазки красивые. Да, какие у него красивые глазки. Открой глазки свои. Ну-ка. Да. Ну, покорми его. Он, наверное, голодный. Он, наверное, проголодался. Ой, он ищет маму. Смотри. Ну вот, покушай репку, на. На, покушай репку. Покорми его, Давидка. Вот, смотри, видишь, он пробует на вкус. Ой. Говорит, вкусная репка. Покорми его, на. Такие звуки издает. Ну так снафает. Да. А, наверное, самое лучшее лакомство, которое он любит кушать, это все-таки кокос остается. Он может отливаться. Да ты что, покажи. Опа, и внутри белая мякоть кокоса. Вот это любит динозаврик больше всего кушать. Он травоядный. Давид, а еще какие динозавры есть? Стегозавр и брахиозавр. Ой, он мне палец прикусил. Эй, ты чего кусаешься? О, он сказал мама. Ты слышал? Он сказал мне мама. Эй, я не твоя мама, я Давида мама. Ой, какой он хороший. Погладь его, Давидка. О, и хвостиком он вращает, смотри. Погладь его. Ой, ты хороший такой. И что же ты тут делаешь? Мы возьмем тебя к себе. Давай мы возьмем тебя к себе домой. Какой ты хороший. Ну что, ты ему травку даешь? Чтоб покушать травку, скажи. Травоядный кушает травку. Правильно дает. Вот такой динозаврик. А ты знаешь, как его зовут, Давид? Как? Little Inu. Little Inu. Вот такой динозаврик. Маленький Инна. Давай издалека. Я посмотрю. Глазками хлопает. Я посмотрю. Может сам ходить. Сам может ходить? Да ты что? Такой маленький, а уже может сам ходить? Да. Да ты что? Ну покажи. Ой, вон он двигается, двигается. Смотри, лапками. Хороший. Little Inu. Хороший. Да, вот смотри, как он рад, что у него появился такой друг. Возьми его репку, его кокос и пойдем его поставим. Вот кто к нам пришел в сад. Он может ходить. Да, он сам идет, смотри. Хе-хе, какой хороший. Он идет воду пить. Воду пить он хочет? Ой, ой, ой. Little Inu, как твои дела? Тебе здесь нравится на солнышке? Ой, не ответил. Он да. Да, сказал, ему нравится здесь. Ой, какой хороший. Покорми его, Давид. Он вода сказал. Вода сказал? Да ты что? Да.
О, самое любимое лакомство это вот эта репка. Ням-ням-ням. Он выплюнул. Покушал? Опа. А теперь нужно попить кокосового молочка. Пей, скажи. Давай его водичку. Думаешь, он будет пить эту воду? От дождя вода накапала? Да? Хе-хе, Давидка сейчас ему нальет. Ой, глазками, смотри, как лопает. Ну что, малыш? Скажи, Little Ino, теперь ты мой друг. Мой маленький друг, да? Ой, такой хороший. Ему очень нравится, когда ты его гладишь. Смотри, как он, какие звуки издает. Ой, Little Ino, какой ты здоровский. Вот такой динозаврик. Ну, конечно, у него такие ноги. Он сначала такой маленький, а когда вырастет, будет огромным. Ну что? Да, мне кажется, вот такие тучи уже, сейчас начнется дождь. Давидка, наверное, нам нужно идти в дом. Лайус, ставь лайк и подписывайся на наш канал Давидки ТВ. Пока-пока. До новых встреч, друзья. Пока. Сейчас, пока. Ой, сейчас дождь пойдет, скорее убегай.